Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна, и сегодня расскажу про живую изгородь из бугенвилли. Сзади меня находится живая изгородь, которая сделана из бугенвилли. Причем обратите внимание, что сорт у нее не тот, который полностью стоит в цвету, а который дает соцветие именно только на концах веток. Вот они, сама веточка. Почему именно этот сорт бугенвилли выбрали? У нее более мелкие листья, чем у обычной бугенвилли, и соцветия более плотные, меньше сбрасывает листву. Цветочки в данном случае как бонус идут, как дополнение. А так изгородь из нее получается очень пышная, зеленая. И посмотрите, как посажен. Смотрите, здесь. Бугенвилли – это вечно зеленая лиана, высажено 7 растений, стволы у них уже достаточно толстые, высажены на расстоянии 60 сантиметров друг от друга, 6-7 метров сама территория этой живой изгороди. Она плотная, подстригается сбоку, и у такой живой изгороди в принципе, можно оставлять наверху немного неровно, чтобы она не идеально ровная была, для того, чтобы там появились цветочки. Совершенно правильно использована бугенвилля, потому что она здесь, в Европе, не требует большого ухода за собой, требует только полива, неприхотлива к почвам, субпесчаные, песчаные. Также вы знаете, что бугенвиллию используют и как отдельную лиану для украшения территории. Так как одной из функций изгороди является также и защитная функция, то бугенвиллия еще в данном случае выполняет вдвойне ее, потому что у бугенвилли есть шипы, такие как у розы, примерно такие как у розы. Поэтому никто не проберется через такую живую изгородь, и она очень хорошо выполняет защитную функцию вашей территории от непрошенных гостей. При работе с ней будьте аккуратны, пользуйтесь перчатками. Еще большим плюсом этой живой изгороди, и именно из бугенвилли, является то, что она очень быстро растет. Может дать до 3 метров прироста за сезон. В европейских странах она очень хорошо себя чувствует, зимует, заморозков здесь нет, и поэтому ее используют часто в оформлении живых изгородей. А я желаю вам красивых живых изгородей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и пока-пока!